Глава 3 книги пророка Михея. «И сказал я, слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их. Едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть как бы в котел. И будут они взывать Господу, но Он не услышит их, и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Посему ночь будет им вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними. Устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я исполнен силой Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, «Не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом».